Они первые проповедники Царствия Божия, первые проповедники Иисуса Христа. Вот. И поэтому для меня это праздник, конечно, большой. Праздник сегодня не только для Нины Горячевой, но и для всех православных россиян. Апостолов Петра и Павла почтили крестным ходом, который начался от храма, носящего имена святых. После праздничной литургии около сотни ярославцев прошли по улицам Красноперекопского района. Главное, что это все добро, любовь, свет, во славу Божию. Вот если так коротко сказать. Просто благодать Божия. Благодать Божия. И такие же ощущения, как приобщение к чему-то светлому, доброму, хорошему. Участники крестного хода дошли до храма Андрея Крицкого, где также состоялось праздничное богослужение. День памяти Петра и Павла для православных – это не просто воспоминание об апостолах. Согласно Евангелию, оба святых посвятили свою жизнь миссионерству. И сегодня люди, которые пришли на крестный ход, отдают свою дань той священной миссионерской миссии. Далее маршрут крестного хода пролегал через территорию фабрики «Красный Перекоп». Предприятие постоянно помогает православной церкви, а имя ее генерального директора – Петр Шилкашвейн, как раз тезка одного из апостолов. Мы чтим своего директора, мы его очень уважаем, любим. И, соответственно, и праздник этот, значит, мы его ждем, готовимся к нему. И очень рады, что у нас он здесь проходит, вот именно этот крестный ход, на территории нашего предприятия. Сейчас вот крестный ход, вот именно это. Восторг, от которого давно не испытывал. Вот единение в чем-то. Вот это вот праздник для нас. Кульминацией крестного хода стала трапеза в стенах комбината. Алексей Казанников, Максим Сушанов, городской телеканал.